אז קודם כל אנחנו רואים פה את גברת מאמי. אני. שלום. אנחנו יכולים לראות פה מחילים של אנשים. בעיקר ארגנטינאים. 90%. לא יודע אם הם ארגנטינאים. אבל כולם בקבוצות של ארגנטינה. כן, בוא ניתן לגברת כיף. Да, Кира. Вот. Очень хорошо. Молодец, девочка наша, умница. Хочешь сказать сколько-то слов, Кирочка? Отлично. Вот, красиво сказала. Кому что не знает, мы в Питере. Я Дима. Я буду ваш тургид на этот видик. Тут... стоим в Петропавловске, на реке Неве, Нева. Тут смотрим на Троицкий мост, Марсовое поле. Вот там видно у нас собор Спас на Крови. Вот там Эрмитаж. Над него это Исаакиевский собор. Тут мы видим нашу мамик. Вот можно ее сблизить и посмотреть. Пожалуйста, мамик, да, вот. Ну, дает она. Она скромная. Здравствуйте всем. Я Дима, ваш тургид на сегодня. Это наша Кирочка. Она мне помогает. Мы сегодня в Петропавловске. Можно видеть стены, как мы тут гуляем. Пойдем налево. И тут мы видим уже Неву, колонны Адмиралтейства. Там купол в долине. Вот там. Это Исааковский собор. Под него можно видеть Зимний дворец, Эрмитаж, река Нева, купол вот там, это Спас на Крови. Идем еще налево, и мы видим Троицкий мост, и, конечно, наша любимая Петропавловск, Нева, вообще Питер, шикарный город. Давай покажем Кирочку еще раз. Она тоже просто не может перестать смотреть на город. Для этого деньги платить надо. Нет, нет, мы платим деньги только, чтобы пойти в туалет. Так что, видите, нам тут очень радостно. Идем, идем, Кирочка. Подойди, подойди, девушка. Это вот мы.
вас, дорогая семья. Чтоб не скучали на родном Питере. Ты молчи там. Ребята, ты не видишь, в середине видика. Какой класс. А, ва, такой город, ну дает. Все, до свидания вам. До следующего видика. От вашего гида, Дима. Здравствуйте всем. Добро пожаловать на наш третий видик. Вот Дмитрий Турс. Бам. Мы тут стоим около Зимнего дворца, дворцовые пляжи. Запах лошади просто безумный.